Снова с ночи, снова Эстасадок, снова автомобильный переулок, семья, снова улица Эстонская, снова Мариотты, снова казино и снова великолепный мой дом за моей спиной, пятиэтажный, статусом квартира, с газовым отоплением, со всеми центральными коммуникациями и снова две квартиры. Одна квартира у нас площадью 29 квадратных метров с балконом за 17 миллионов 500 тысяч рублей и еще одна квартира, сейчас покажу вам на первом этаже, как раз если вы пенсионеры и не хотите подниматься, хотя у нас есть в доме лифт и проблем никаких нету, но если вы хотите квартиру на первом этаже, еще одна квартира 31 квадратный метр, господа, тоже с ремонтом, полностью под аренду, под инвестиции, под проживание. Стоимость этой квартиры 19 миллионов рублей. Все. Где мы находимся, вы уже прекрасно знаете. Самый эпицентр Красной Поляны, самый центр, самый, знаете, центр, самое сердечко Красной Поляны и самый лучший дом, это вот этот дом на автомобильном переулке. Я вам это со всей ответственностью заявляю. Иду, показываю квартиры и потом стандартное видео, как от этой квартиры пройти до Мариотта, до казино, что займет у вас ровно 1,5 минуты, господа. Мы в самом эпицентре событий Красной Поляны. Итак, третий этаж, 29 квадратных метров вместе с балконом. Смотрите, при входе у нас с вами дверь-санузел, с правой стороны гардеробный шкаф. Все необходимое, естественно, здесь поместится. Здесь у нас есть полочки, а во вторую секцию, естественно, можно спокойно во весь рост повесить пальтишко, курточки и так далее. Все, разводка по электрике, оптиковолокно, домофон. Вот таким вот образом выглядит у нас санузел, стиралочка, все необходимое для жизни, душевая, раковина, зеркало. В принципе, все более чем приемлемо. На сегодняшний день цена за эту квартиру 17,5 миллионов. Обеденная зона, телевизор, спальная зона, скажем так, да, зонирована немножко, вот получается, вот этим гардеробным шкафом. Сплит, пожалуйста, вот такая люстра, кухонная зона. Здесь у нас все стандартно, электрическая плита, микроволновка, двухконтурный газовый котел, который, в принципе, подогревает вам и воду, и теплые полы. Хорошее панорамное окно и потрясающий, в принципе, вид на горы, который также можно лицезреть из небольшого балкончика. Он пускай небольшой, но, по крайней мере, очень с хорошим видом. То есть маленький столик и стульчик здесь поместится. Вот. Ну и хорошая, конечно, здесь потрясающая панорама на горы, несмотря на сегодняшние погодные условия. Вот у нас непосредственно автомобильный переулок. Вот такая у нас потрясающая панорама. Это самая дешевая квартира в этом доме, которая есть на продажу. Которая есть на сегодняшний день на продаж. Все. Сейчас стандартная прогулка до улицы Эстонская, которую уже я снимал не сегодня, а ранее. И на этом закончим сегодняшний сюжет. Так, 31 квадратный метр по выписке. Welcome. Добро пожаловать. Заходим. Разулись. Повесили вещи свои. С правой стороны дверь. Санузел, открываем, заходим, душевая, раковина, бойлер на всякий случай. В принципе, он здесь не нужен, потому что двухконтурный котел газовый, все греет. По всей площади теплые полы, гигиенический душ, полотенцесушитель. Ну, в принципе, к санузлу особо нет никаких вопросов. В принципе, все приемлемо. Далее. Спальное место. Шкаф гардеробный в виде перегородки выполнен такой, который зонирует кухонную зону и спальную зону. Так, кухонка. Аккуратненькая. Электроплита. Двухконтурный газовый котел. Теплые полы по всей площади у нас. Стиралочка, микроволновка. Все аккуратненько вмонтировано. Свет достаточно. Интересно сделаны стены. Доска, либо гонка. Так, и спальная зона. Спальная зона, два светильничка. Ну, в общем, вот такая вот история. Вот такая история. 31 квадратный метр на сегодняшний день. 19 миллионов рублей. 19 миллионов рублей.
Так. С этой квартирой все понятно, все ясно. Я решил так, что когда я буду презентовать и продавать квартиры в этом доме, который мне безумно нравится, по вполне понятным причинам, да, его локации, его статуса, ну и по всем остальным, так сказать, своим субъективным моментам, я вот это видео оставлю, так как у нас там в конце тупик, вы прекрасно это знаете, я вот это видео оставлю, это видео будет называться «Прогулка от дома до гостиницы «Мариотт», до улицы Эстонская и, в принципе, до казино». Ну, давайте, включайте свои кондиционеры. Включайте, пожалуйста, свои секундомеры. Будем засекать, так сказать, сколько времени у нас займет с вами прогулка. Вот, с какой целью, собственно, эта прогулка? Ну, во-первых, сказать вам, что это потрясающая улица. Этот небольшой, такой вот маленький, он маленький, смотрите, вот там начинается, и вон он заканчивается тупиком. Автомобильный переулок, он тупиковый. Тупиковый, то есть плюс этого дома, ну реально крутой дом, то, что нету абсолютно никаких машин, которые будут постоянно гудеть у вас над ухом. Действительно, это так, это очень круто. Рядом с вами Мариотт с потрясающим бассейном. Я не помню, есть ли там гостевые посещения, но, по-моему, в том году были гостевые посещения, в летний период времени можно спокойно. Далее, с левой стороны у вас там подъемники, торговый центр. То есть, вообще до трассы «Газпром» покататься вы можете дойти спокойно на расслабоне за 15 минут. До Мариотта, ну, я не знаю, ну, у меня составляет дорога 2 минуты, ну, вы, может быть, дойдете за 3. Вот, направо, если пойдете, то там у нас казино. Направо, если пойдете, можете сыграть казино. Налево, если пойдете, попадете в торговый центр. Направо попадете в торговый центр. Ну, в общем, господа, сколько прошло времени? Я даже не знаю. 1.5 минуты. И мы с вами на улице Эстонская. Здесь везде прокат всякого рода оборудования. Вот у нас казино с зеленой крышей. Можете пойти поиграть. Вот у вас Мариотт. Можете пойти отдохнуть. Вокруг всякого рода рестораны, кафе. Вот у вас сыроварня, можете пойти. Вон у вас, пожалуйста, торговый центр, кинотеатр, магазины, KFC и всякого рода там канты, манты, перекрестки и так далее. То есть весь эпицентр событий. Ну и в эту сторону вы едете, соответственно, Горки город, Роза хутор, ну и непосредственно Газпром. То есть вот, ребят, вот наш дорогой любимый автомобильный переулок для меня. Дорогой любимый, и вот, собственно говоря, наш дом. Самая потрясающая локация, я считаю, для покупки и инвестирования в недвижимость именно на Красной Поляне. Лучшие локации, ну, и чтобы находиться в эпицентре всех событий, по моему мнению, нету. Заметили, как здесь, да, шумновато? А стоит мне отойти и сделать несколько шагов в обратную сторону, мы опять погружаемся в вот эту идиллию спокойствия. И хочу вам сказать, что всегда мне нравился этот дом, сколько я его знаю, и с огромным удовольствием я презентую и продаю квартиры не так часто, как хотелось бы, потому что здесь нет такого выбора квартир, но дом очень потрясающий, и поэтому, если вы когда-то что-то и хотите купить, захотите купить на Красной Поляне, советую вам присмотреться. Есть, конечно, и отдаленные районы, не Эстосадок, и там можно эту площадь же купить, ну, немножечко дешевле, там, на пару миллионов, но вам придется в пешей доступности вы все эти достопримечательности, которые я вам показал, конечно, не получите. Вы можете спокойно выйти из этого дома, из своего, да, надеть ботинки, прогуляться до подъемника и поехать кататься, Горки город, например, без проблем. Все, ребята, всем счастья, здоровья, любви. Имейте в виду, что недвижимость в Красной Поляне, земля, дома или небольшие квартирки, апартаменты, все это есть у меня в наличии по самым лучшим ценам для вас. Все, я вас обнял, берегите себя. Не забывайте подписываться, пожалуйста, на телеграм-канал, на Яндекс.Дзен, в Инстаграм, если хотите. Все ссылки есть под каждым видео и в шапке профиля, господа. Все, семья, обнимаю крепко, берегите себя. Обнял.